Привет, друзья, с вами Наджиб из Индонезии. Нет, я индонезиец, но сейчас я живу в городе Нур-Султан, в Казахстане. Вот, как у вас дела? О, наступила зима у нас. Я думаю, и снег уже вообще полный. У вас уже высокий, как до колени, до моего колени. А сегодня минус 17 градусов. Ну, да, если мы стоим на улице ненадолго, то это нормально. Если долго, будет тяжело и проблем. Как у вас там, как в Екатеринбурге, как в Казани, как в России? Еще тепло, да? Как в Алматы? Сейчас я иду с работы домой. Держу этот селфи-стик. Ой-ой-ой. Да, у нас идет снег с 12 ноября. Почти каждый день идет снег. Ну, не всегда, ну, это как останавливает, потом продолжает вот так. Как сегодня, например, утром шел снег и потом остановится. И не знаю завтра, что будет. Сейчас же холодно. Да. Как вам нравится снег? Вы знаете, что индонезийцы всегда мечтают увидеть снег. А когда я спросил моих друзей, российских друзей или казахских друзей, я не знаю почему. Да, на самом деле мы не хотим вот снег. Ну, первый раз, может быть, нравится, а потом уже сейчас тяжело. Тем более, когда после Нового года там говорит будет холоднее, чем сейчас. Я Наджиб и пока-пока!